зомбический привет от доктора Лютого. Давай, дружище, по рукам, я тебе 100 тысяч дам, да! Маленький зеленый кролик, это мой посланник был. Со слезами на глазах прощаюсь с моей лебедушкой, ламбурдорушкой. Вот эта-то машина-то, не то, что некоторые-то имеют-то. На таких надо-то ездить-то. Моя теперь машина-то. Сейчас я-то самый в городе-то крутой-то. Здорово, Кукин. Добрый вечер, торгаши ламбуржинные. Как прошли ваши торги? У вас мои. Целыми фокны торговали. Эсо комиссар, говорит, я полмиллиона даю. Вот и мифак получили. Да это не моя заслуга совсем. Это все Лёликов. Им бы зазывал и работай. Покупай ламбуржись, говорит. Вот народ и сбежался. Хватит про базарные дела. Звоним Лютому. Алло, Лютый. Денег есть. Целый мешок. Также приезжай, привози эликсир. Как можно скорее. А я уже от жажды умираю. Потому что у меня ответственность. Здорово все. Доктор Лютый бдит за вами. Стоит мне только позвонить, я тут как тут. Только один звонок. И я уже здесь. Я лечу. И лечу. Чтобы вас спасти. Вовремя. Быстрее, чем скорая помощь. Потому что я ответственный. Лютый, хватит распинаться. Эликсир, давай. Кукин, у меня для тебя прекрасная новость есть. Новый сорт эликсира. Он стоит дороже, но работает быстрее. И кроме этого, он вкуснее. Это два, целых два преимущества. За совсем маленькую разницу в цене. Она абсолютно незначительна. Хочешь попробовать? Конечно хочу. Бешеные деньги за этот эликсир плачу. Так что еще должен гадость глотать? Уж лечиться так с комфортом. Но я тогда пошел готовить. В один миг эликсир будет готов. Ждите меня здесь терпеливо, и я вернусь очень быстро.